Я не виновен, клянусь, я не убивал. Я не замешан в этом деле, я не убивал детей. Ну, тогда почему ты сбежал от полицейских? Я объяснял, я не явился к полицейскому надзирателю. Я не хочу обратно в тюрьму. Увидев копов, я струсил. Да, струсил и побежал. Показания проверены. У него алиби на 3 убийства. Черт, этот придурок так подходил! Черт! Да? Ясно. Пришла мать Шона Марса. Хочет что-то сказать. Несколько месяцев назад, в середине ночи, был страшный ливень. Итан вернулся около 3, мокрый насквозь. Я спросила, где он был. Он говорил о воде, о дожде. Нес какую-то чушь. Было что-то странное во взгляде. Будто это кто-то чужой. Может, это случайность, но на следующий день в новостях сообщили о новой жертве мастера оригами. Найдите сына, умоляю вас. Я лейтенант полиции Картер Блейк, а это агент Норман Джейден из ФБР. Мы получили данные, что Итан Марс – ваш пациент. Мы хотим задать вам пару вопросов. Простите, я не смогу ответить. Прошу прощения. Я связан врачебной тайной. Я не имею права обсуждать своих пациентов. Мое дело – найти Шона Марса живым. И мне наплевать на ваши сраные клятвы. От вас зависит жизнь Шона Марса. Расскажите, что знаете. Простите, что поделаешь? Прошу вас, уходите. Давайте по-хорошему. Вам же лучше. Доктор, речь идет о жизни ребенка. Ваши ответы помогут спасти его. Вы угрожаете мне? Просто даю бесплатный совет, док. Лучше прислушайтесь. Блейк, довольно. Нам пора идти. Я позвоню в полицию и пожалуюсь на ваше поведение. Доктор, не будите во мне зверя. Я всего лишь хочу спасти жизнь ребенка. Так что покажу мальчика и расскажите нам все. А не то я выйду из тебя. Блейк, прекрати. Сейчас же. Отпустите. Вы не имеете права. Слушайте, док, можно по-хорошему, можно по-плохому. Выбор за вами. Если ты немедленно не отпустишь этого человека, я подам жалобу, и тебя отстранят. Что это с тобой, Норман? Штаны наложил? Уже передумал спасать Шона Марса? Я хочу спасти Шона не меньше, чем ты, но не веду себя как бандит. Так что немедленно прекрати это. Понял? Итана Марса глубоко потрясла смерть старшего сына. Винит себя в его гибели. Итог — тяжелый невроз. В кошмарах он видит мертвые тела в воде. Пару недель назад, после очередного сеанса, я нашел это на полу. Наверное, выпало из кармана.
Эш, брось всех, кого сможешь, на поиски Итана Марса. Его дом должны сторожить днем и ночью. Оповести все посты о начале поиска. Установи наблюдение за вокзалами, аэропортами, автовокзалами. Вся полиция должна встать на уши, чтобы взять его, как только покажется. Да, Итан Марс и есть мастер оригами.